kad čia virš Seimo buvo tokia energetika, kad žmonės maudėsi toje energijoje. Ir aš niekada nieko nepatyriau nei prieš, nei po. Nešė arbatą, nešė sumuštinius. Prisimenu, viena moteris atnešė pyragą ir staigiai, oi, užmiršau peilį, kas turit peilį? Ir toj žmogus įsitraukė kišeninį peiliuką, supjaustė tą pyragą ir visi tiesiog paragavo to pyrago. Vakare, prisimenu, buvo spaudos.
taikus beginkliai žmonės. Погибшим крест, но люди сюда все равно собираются. Хотя военные строго запретили приближаться к телебашне Вильнюса, а верующим поставить здесь погибшим крест, но люди сюда... Богом надо идти, еще раз вам говорю, а вас отравляют коммунисты, а коммунисты что? Это люд, люд, они провокаторы. Вы сами подумайте, как это вы смотрите сейчас, подойдите сюда, вам больше я скажу. Что делается в Москве? Московская улица, вся Москва уже подняла. Национальное спасение, вот те сидят за тремя решетками. Mėly žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radijo.